в январе я получил, 31 января, 1000 рублей. В феврале выплат не было. В марте к праздничку 3000 рублей дали. И дальше выплаты были уже где-то в мае. Ну и то есть зарплата выдавалась частично, не полностью, с перерывами. Ну и при увольнении зарплату не выдали. Ну, в смысле, окончательный денежный расчет не произвели. Ну, я как знаю, не только со мной, то есть со всеми.